Всем приветики! В общем, в интернете я нашла вот такой вот рецепт. Я очень люблю бурак и вот такой холодный суп. Я его сделала себе, я сделала его немножко. Буду пробовать первый раз. Будем, в общем, пробовать и болтать. Я вам скажу свое мнение. Ну и вообще, из чего он состоит. Суп называется он... Я забыла, как он называется. В общем, холодный суп он называется. Вместо, в общем, туда они требуют сметану. Сметана у нас продается, я ее пробовала. В общем, что такое сметана? Очень многие часто спрашивают, продается ли в Турции сметана. Прям написано бывает сметана, она продается в Чаглар-Сой бывает. И Анталия-Экмет, ну это кому интересно. Вот так. А вообще, во всех магазинах продается тоже, она называется Экши-Крема. То есть, Экши это кислый крем, но я люблю, я вот такой вот очень люблю сузьми йогурт, он как, видите, какой он густой, он очень вкусный, я так думаю, что если этот йогурт туда добавить немножко еще жира, вот я не знаю, у сметаны сколько процентов жирности вот минимально. Вот йогурт вот этот, 6,5 жирности и 6,5 протеина. В общем, ладно, давайте будем пробовать, я вам скажу свое мнение. Из чего я его делала? Здесь у меня йогурт. Йогурт я взбила водой по принципу, как мы делаем айран или там... Иран, мы еще молоко добавляем. В общем, ладно, йогурт взбила с водой, отварила. У меня было, из чего это мне пришло? У меня как раз осталось буквально 3 штуки, значит, бурака. Отварила бурак, он такой небольшой у меня был. Яйцо туда надо было отварить. Зелень, лук зеленый, укроп. Огурцы, вот, хотя вот огурцы меня смутили вместе с, ну, хотя мы же в джаджик кладем огурцы, да, ну, вот, неплохо, мне, знаете, если честно, что меня остановило, он мне попался случайно, меня привлек его цвет. Когда я увидела цвет в интернете, я подумала, что вы же знаете, как я люблю все яркое. В общем, этот суп я решила приготовить исключительно из-за цвета. Вот. Так же, как когда-то я на борщ это решила все это. Ну, борщ-то у меня раньше и младшим детям, кто у нас дома работал, женщины, бывало, готовили борщ. Хочу сказать, что у каждого... Как о вкусах не спорят, вот вы знаете, у каждого вкус свой, и каждый готовит тоже по-своему. Ладно, перед камерой вот как-то неловко, как неудобно кушать. Ну, цвет просто, конечно, очень красивый, правда, вот так видно? Цвет какой. Еще, видите, а тарелочка-то у меня, видите, такая яркость. Ну, в общем, как сочетание цветов, то, что я люблю. Вот у меня рука даже уже, видите, автоматически тянется. То есть я думаю, сейчас достану быстро тарелку, у меня их много. И вот почему-то вот прям вот именно к этой зелененькой у меня рука потянулась. Еще, наверное, все видели. Это облетело, по-моему, все каналы, да. Новые съемки НАСА, которые опубликовали, сделаны из какого-то... телескопа, на который там они установили какие-то новые зеркала. Вы видели, какая это красота. А самое главное, я что хотела... Вообще, с каждым разом я по YouTube открываю себе что-то новое, и иногда до сумасшествия, как странное. Это я про тех... Оказывается, есть люди, которые не верят, что Земля круглая. В общем, они говорят, что Земля плоская. Это насколько... веков назад мы откатились с вами. Я там эту картинку еще дорисую, да, сразу такая плоская земля, с нее стекают, значит, как эти, как они, водопады, а еще держится она на трех слонах, да, а под слонами
еще там кто-то должен быть, черепаха, что ли, не помню. Ну, в общем, я говорю, откатились на сколько-то веков назад, и люди же в это реально верят. Неужели они не знают, что есть прямые эфиры выхода космонавтов с космоса? Неужели они не могут открыть элементарно и посмотреть, не знаю, вот эту вот всю красоту? Интересно, правда? Сколько спутников посылается там на разные планеты, которые фотографируют ее. Ой, ну, что еще сказать? И смешно, и в то же время грустно, что такие люди вообще, да, существуют. Мне кажется, вот, наверное, вот эти вот люди, они это... Вот кто ругается вот в интернете, вот как... У них нету своих дел, вот они за все цепляются, как за все такое ажиотажное... Лишь бы поспорить, да, со всеми. Для меня это очень-очень-очень-очень-очень странно. Так прогресс, как продвинулся уже, там, какие делают роботов каких, да, та же самая Япония. Вы вообще, этот, роботы, посмотрите, японские выставки роботов. И уже и массовое производство существует роботов и так далее. А люди до сих пор верят, что Земля плоская. Еще, знаете, я специально думаю, нет, такое не может быть. Думаю, ну дай посмотрю. Да, на разных языках и на разных языках есть такие, как чудики, и есть и англоязычный канал, который проповедует. Но он там, не знаю, но там люди, вот в комментариях, если посмотреть, люди как над ним посмеиваются, просто... Люди над ним посмеиваются, просто смотрят его как в целях развлечения, наверное. Вот. А на русскоязычном нашла одного, он говорит, что там каким-то колпаком мы закрыты, и поэтому так ударяемся об него головой, что ли, если дойти до края земли. Ну, в общем, как-то так. В общем, супчик нормальный, вкусный, есть можно, но на любителя, если кто любит. Я просто очень-очень сильно люблю бурак. В общем, ладно, давайте я не буду вас задерживать. Не забываем про спорт. Всем хорошего настроения. Как-нибудь выберу время и подольше посидим, поболтаем про пластическую хирургию, как мне отказали в пластике. Всем пока и до следующих видео.